Всем большой привет, друзья! На связи, как всегда, worldcar.ru. Меня зовут Иван. Сегодня мы начнем этот солнечный день на нашей стоянке с вот такого прекрасного автомобиля Toyota Prius ZW52, а это значит, что это Prius подзаряжаемый PHEV. Давайте посмотрим на него сейчас повнимательнее. Вот такую, друзья, пушку-гонку мы привезли из Японии. Очень интересный и красивый дизайн. Самый красивый Prius, по моему мнению. У него 4 балла оценка. 108 тысяч пробег, комплектация А, которая является максимальной, друзья. У него акустика GBL, у него светодиодная оптика, у него всевозможные подогревы и прочее. Ну, в общем, посмотрим сейчас его по салону чуть более внимательнее. Вот еще раз аукцион лист, пожалуйста, мотор 1.8, подзаряжаемый гибрид PHEV, ZW52. На схеме вот такие, друзья, замечания. Менялся у нас капот и есть небольшие царапки по кузову. Он еще, друзья, у нас на обвесе моделиста, пожалуйста. Конечно, клиренс в таком исполнении очень маленький. Нужно ездить очень аккуратно на такой машине. Наш клиент Александр самостоятельно заберет данный автомобиль. Ждем подготовки документов и будем выдавать. Задняя часть так вообще, друзья, просто бомба. Мне очень нравится. Два лючка, как вы можете видеть. Соответственно, здесь у нас как раз все, что касается подзарядки от сети. Зарядка, конечно, идет в комплекте в багажнике. Ну и слева лючок обычный, бензиновый, для бензина. Так, друзья, давайте посмотрим, наверное, этот автомобиль с багажника. Пожалуйста, вот здесь пришла зарядка. Там распаковка. Что я нашел в Toyota Prius? Я нашел зарядку в Toyota Prius. Еще вот такая какая-то. Что это? Что-то вот тоже для сети. Пакет с аукциона USS, соответственно, со всякой макулатурой. Полочка. Крючочки, пожалуйста. Соответственно, друзья, что мы здесь с вами еще получаем? Мы здесь получаем с вами вот такую небольшую нишу. Здесь уже все, там идет батарея. То есть у вас больше ничего здесь нет. Ну и полочка. Вот так вот натянули, закрепили в места крепления и спрятали весь свой груз. Здесь отделочка под карбон какая-то у нас. Не знаю, штатная, честно говоря, или нет. Как всегда у Приусов разделение, задняя часть стекла, и вот здесь тоже стопы, обратите еще раз внимание, очень эффектные, очень красивые, накладка хромированная, диски, прям пушка, реально космолет. Тесла отдыхает на самом деле. Тесла, честно говоря, вообще не нравится, ни по материалам, ни по экстерьеру, интерьеру, вообще никак. Вот Prius, вот это я понимаю. Ну, правда, друзья, хоть он и выглядит эффектно, но Prius остался Prius'ом. Все это твердое. На заднем ряду у нас два, соответственно, кресла и вот такая красота в виде разделения. Мне кажется, это прикольное решение. Два отдельно стоящих, короче, кресла получается у нас, как в минивэнах. И здесь бардачок. Пожалуйста, очень эффектно, очень классно. Еще и, друзья, есть подсветочка вот такая. Ну и сиденье, конечно, при необходимости вы можете откинуть и перевести что-то более габаритное. Светлый потолок. Хотелось бы, конечно, здесь, наверное, черный получить. И давайте, друзья, теперь переместимся в место водителя и вообще на передний ряд. Посмотрим, что здесь интересного. Ну, начнем пока рассказывать про электропривод. Электропривод есть. И это хорошо. Все возможные необходимые опции здесь присутствуют. Здесь, пожалуйста, запуск у нас до ZES кнопки. Автоматическая парковка. Проекция, автосвет. Здесь, пожалуйста, можем открыть лючок бензобака. И по зарядке от сети также сделать отложенный старт. Ручник ножной. И вот, друзья, мы за рулем Приуса. Посмотрите на этот фактический планшет.
управлением климатом, мультимедиа здесь. Также выводится камера. Вот не хватает что-то здесь, когда камера выводится, на самом деле. Могли бы что-то тойотовцы и придумать интересное. Кожный салон у нас, не сказал я вам, кстати, по-моему, об этом. Тоннель. Два подстаканника. Здесь ниша, селектор обычный. То есть ничего Toyota не стало здесь выдумывать. Глянцевый пластик. Приборная панель, пожалуйста. Она очень интересная. В том смысле, что множество всевозможных фишек там заведено, и можно все дело настраивать. Акустика JBL, пожалуйста. Руль, друзья, греется, и это, конечно, круто. И кнопка подогрева расположена в правильном месте, вот здесь, на руле. То есть вы можете легко и удобно ее нажимать. Это, на мой взгляд, правильное решение. Потому что японцы грешат тем, что кнопки подогрева руля, это очень важная опция и нужная, она где-то запихана далеко в системе. Вот проекция, вам должна быть видно, вот она. Здесь еще, друзья, вот написано Prius. Очень красиво, эффектно. Ну и давайте пробежимся вообще, что у нас здесь по кнопочкам. Это, соответственно, у нас переключение режима электромобиля или режима именно езды на батарейке, когда вы зарядили основную большую батарею. Здесь бардачок. Соответственно, друзья, сейчас у меня подогрев руля включен. Кнопочка нажата, соответственно, это активировано. Соответственно, вы можете здесь управлять полностью радио, пожалуйста, все переключать, или климатом. Здесь климат, можно настроить, соответственно, все сенсорное, куда будет дуть. Можно вообще выключить, можно настроить ионизатор воздуха здесь присутствует. Кондиционер, соответственно, автоматический режим, кнопки повышения или убавления температуры. Кнопка аварийки. Ну и общее вот такое меню со всякими приложениями и с прочими интересными штуками. Ваша там экономичность. Кто-то может вести учет. У меня когда была Аква, я вел учет, что здесь происходит, какой расход. Заправлялся до полного и, соответственно, заполнял всевозможные данные вносил. Вот как работает система. Показано очень круто, очень классно. Дублируется это все здесь. Теперь хочу вам показать на этот экранчик. Этот экранчик управляется, соответственно, с кнопками. И здесь у нас вот в данном моменте времени можно вот настраивать и музыку здесь, и опять же по поводу климата мы можем здесь регулировать, откуда будет воздух, сколько температура. Также, друзья, мы можем здесь регулировать и направление воздуха, чтобы дуло, например, только на водителя. Здесь у нас по круизу. Круиз видит машину, соответственно, сам тормозит, сам начинает движение, подруливает. Ну и настройки всевозможные, просто проекция, парктроники, контроль выезда из полосы, контроль слепых зон. В общем, эта машина у нас по самому последнему слову техники, друзья, напичкана на самом деле. Очень классный Prius, очень мне он понравился, себе бы я такую машину, конечно же, купил. А еще, друзья, подогревы сидений, они, правда, вот спрятаны вот аж там. Ждет автомобиль своего клиента, и мы будем, конечно, его выдавать, чтобы скорее человек катался, радовался этому замечательному Prius. Я в Владивостоке прошел ночью небольшой снежок, но достаточно тепло сегодня, всего лишь минус один, и мы отправляем Mazda CX-5. В серебристом цвете на Краснодар. Эта Mazda у нас прошла небольшие работы. В частности, мы перевели для нашего клиента Марины приборную панель на русский язык. Так что теперь Mazda выучила русский язык помимо японского. Немножко о Mazda. У нас 70 тысяч пробег, тканевый салон на электроприводах, подогрев руля, круиз, подогрев сидений. Второй комплект колес на автомобиле присутствует. Автомобиль сейчас на зимней резине. Размерность
225-65 на 17. Здесь мясо. Второй комплект лежит в салоне, соответственно. Парктроники, камера кругового обзора на автомобиле присутствует. Электропривод пятой двери. Большой просторный багажник. Ну, в общем, Mazda без привлечения. Отличный семейный автомобиль на самом деле. Все у него есть, что нужно. Данная Mazda у нас с объемом двигателя 2 литра. Также на нашей стоянке еще у нас есть интересные машинки. Это вот, друзья, стримы. Кстати, они у нас в продаже. Все будем мыть, фотографировать, будем продавать стримы. CR-V в том числе также на продаже. В объявлении на дроме у нас есть карточка продавца. Фит нашего клиента, который сам за ним приедет. Сиента, Везель на Москву, CHR, Прада, Кроссрод нашего тоже клиента сам приедет за ним. Еще стримы. Альфард, пожалуйста, на Челябинск для нашего клиента Ивана. На Краун для нашего клиента Максима. И Везель. Вот данные два автомобиля уже готовы. Ждут своих владельцев. Останется только повесить рамки. Здесь Prius Alpha. Еще Stream, Forester, CHR, CR-V. Но в новом кузове на выдаче Subaru Forester. Гибрид. В белом цвете. В кузове SKE9. E-Boxer на полном приводе. 27 тысяч пробег у него, друзья. В хорошей комплектации. Вот она батареечка. Комбинированный салон, пожалуйста. Подогревы задних сидений, USB вход, вентиляция, воздуховоды. Память сидений, электропривод сидений. Всевозможные системы безопасности. Конечно же, фирменная система X-Mode. Бирки о заменах масла. Через 5000 японцы меняют, как всегда. Камеры. Subaru так реализовано, что камера у вас выводится не на мониторе, а вот здесь. Давайте заведем. Запуск, конечно же, с кнопки. Пожалуйста, пробег. Подогрев сидений. Начинает работать сразу климат. Переключение режимов езды. Снег, грязь. Нормальный режим, пожалуйста. Камеры. Здесь у нас тоже также система безопасности. И пищит, как всегда, у нас система по платным японским дорогам. Ее нужно нажать, и, соответственно, она перестанет пищать. Итак, друзья, получили вот такой автомобиль из Кореи. Поедет на Москву. Это дизельный Hyundai Grand Starex на 2.5 моторе в полноприводном исполнении. 2018 год выпуска. Запущен. В скором времени будем его отправлять на Москву. По размерам больше, чем Альфард, конечно. Помассивней. Здесь у нас пришел автомобиль на летней резине. Резина у нас, друзья, на 17. На оригинальных литях от Hyundai. Комплектация эксклюзив. Соответственно, здесь у нас сзади имеется такая кожаная коричневая обивка. Здесь у нас
друзья, 7 мест получается, 2 отдельно стоящие кресла на втором и третьем ряду, и еще есть четвертый ряд, там у нас 3 места. Сзади у нас есть подогревы, пожалуйста, и разъемы под USB. Соответственно, сиденье мы, конечно, можем регулировать, отодвинуть назад, чтобы зайти в автомобиль, сидеть. Удобно, подлокотники с двух сторон, пожалуйста, очень удобно это все делать. Сделано. Соответственно, закрываемся, и здесь уже целый дом на колесах, фактически. Потолок у нас вот такой интересный. Люк у водителя. Здесь у нас свой люк, пожалуйста. Ну и, соответственно, мы здесь можем даже, друзья, спокойно проходить на второй ряд. И еще вот здесь, смотрите, здесь вот сидушка, соответственно, спрятана таким образом, чтобы можно было свободно проходить. Классные кресла, отдельные. В таком формате ездить на дальние расстояния очень удобно. Ну, конечно, потолок вызывает у меня очень большое любопытство. Вот так он сделал. Здесь у нас, соответственно, окно, в котором мы можем лицезреть мир. Два подстаканника у нас. Вот здесь, обратите внимание, глянцевый такой пластик. Здесь также у нас есть печка для задних пассажиров. Можем регулировать обдув, температуру. Водительское место Grand Starx. Кожаный руль, который имеет подогрев. Подсветочка. Различные режимы езды. Такие же сиденья, как и на заднем ряду. Мультимедиа. Блок управления климатом. И управление, соответственно, режимом 4WD. Подогревами с вентиляцией. Лючок давайте откроем, посмотрим. Здесь, пожалуйста, дизель и, соответственно, мочевина. Массивная дверь задняя, можно скрываться от дождя или снега. Ну и здесь, соответственно, у нас багажник, и можем здесь управлять совершенно спокойно третьим рядом, по-разному его изменять. Но потолок, конечно, друзья, это вообще выглядит очень прикольно. За рулем Старекса сидишь удобно, высоко, все достаточно хорошо видно, большие зеркала, плюс еще вот такие увеличивающиеся элементы поставил предыдущий владелец. Подсветочка, отделка под кожу приятная. Рулевое колесо, конечно, с подогревом, особенно в такую погоду. Пробег, пожалуйста, 45 тысяч километров. Музыка у нас работает. Печка также работает. В машине тепло. Есть AUX, USB, пожалуйста. Ниша по телефон. Еще место для подстаканников. Бардачок, пожалуйста. И здесь тоже еще бардачок. Здесь отделка у нас тоже под кожу. Тоже элементы подсветки есть. В общем, интересная машина.